Свой профессиональный праздник сегодня отметили сотрудники ГИБДД. Службе исполнилось 80 лет. Поздравления дорожные инспекторы принимали в Театре оперы и балета. На площади перед театром оперы и балета выставили ретро-автомобили. Недавно умельцы восстановили и патрульную копейку. По чертежам отремонтировали салон, а на крыше установили проблесковые маячки советской эпохи. Музеи машины из прошлого пылиться не будет. Участвуют в парадах победы и пропаганда в садиках, детских домах и пионерских лагерях. Сегодня парк ГИБДД пополнился и новой техникой. Большинство из этих автомобилей отправится в районные отделы. Во многих муниципалитетах необходимость замены патрульных машин назрела давно. В соответствии с требованием приказа ежегодно должна обновляться парк дорожно-патрульной службы. И сегодня был принят министром внутренних дел из поступивших транспортных средств гособоронзаказа МВД Чувашской республики обновить парк ГАИ Чувашской республики. В связи с тем, что 15 машин было выделено, и сегодня задача для выполнения – обеспечение безопасности дорожного движения, она требует обновления спецтехники. С каждым годом на дорогах страны увеличивается количество машин. Работа у автоинспекторов становится все больше. На сотрудников ГИБДД сейчас возлагают задачи по обеспечению безопасности на дорогах и профилактике ДТП. В этом году в республике сократилось количество аварий. Реально до сегодняшнего дня требует от нас высочайшего профессионализма, полная самоотдача, личная ответственность за обеспечение безопасности на дорогах. В ходе проводимой совместно с органами власти, владельцами дорог, общественностью, работу, в последние годы удалось добиться стабильного сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. В республике успешно реализуется и программа «Безопасный город». За дорогами сейчас присматривают более 100 аппаратных комплексов. В ближайшее время их количество увеличится. И от этой работы, от нашей совместной деятельности, зависит, конечно, деловой климат на территории нашей Чувашской республики. На самом деле, среди регионов Российской Федерации мы по разным показателям, есть индикаторы соответствующие УГБД Российской Федерации, УГИБДД России, мы находимся там в первой десятке регионов Российской Федерации. Это комплексная оценка федерального центра, это комплексная оценка общественника, это дорогого стоит. Лучшим сотрудникам ГАИ вручили благодарности, почетные грамоты и медали. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.